Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь на Свято-Осипской площади, и сегодня здесь состоится молебен, посвященный памяти жертв политических репрессий. Хорошо, ну давайте я там сейчас в той группе объявлю. Еще все. Хорошо, благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде. Исполняя сокровище моих и жизни.
Тебе прибегаем, словом помочь.